情绪特别乱。Лучше скажи, зачем ты сюда пришел? Я первый спросил. У нас был мимолетный роман с Лидией Петровной, вот она и пришла. У него с ней был роман. То есть некоторые любят погорячее. Вот кулема какая. Двоих решила захомутать, так? Честно? Да, да. Я вас обоих люблю. Она и с ним, и со мной. Значит, я на репетицию, она к нему. А ты тоже. С ней и со мной. Я в буфет, а ты к ней. Жена Цезаря должна быть выше подозрений. Господи. Господи, какое несчастье. Все врут кругом одно вранье. Это уже не смешно, это даже очень даже грустно. Мне хочется... Хочется заплакать. Не как артисты, как люди по-настоящему. Господи, за что? Боря, ну я люблю смотреть, когда кушаю. Он приходил, кушал. Мне его так жалко стало, что вот у нас вроде как любовь началась. На самом деле, Лидия Петровна, ничего не было. Это и... как это не было? Люблю покушать, я не люблю. Как это не было-то? Жрал, а теперь на попятную? Я одна тут отдуваюсь? И не жрал! Ну, девочка, куда я попала, а? Господи, какой несчастный. Боря, ну... Боря, ну ты же сам виноват. Ген, ну надо честно перед ним признаться. Скажи, мол, Борис, ты не прав. Я прав! Я тишу, расправь, я миллион раз прав, понимаешь? А ну не ходите здесь, антисанитария! Я тебе не антисанитария! Сама ты антисанитария! У меня санитарная книжка есть! Я за буфетом 50 лет! Пенсионерка, туда же! Да сколько вам лет-то, что вы по мужикам-то бегаете, а? Сколько надо! Я образно сказала 50, ну, в хорошем смысле. Тут еда, тут дети, она ходит в шубе мерзопакостной своей! А мне что, сесть? Так, ну-ка сядь! Иди чисти картошку, бесстыжая! Так, ой, господи! А то мне вас там берегу убивать, я хочется как... Я не могу потом закончить честь самоубийством! Так, все, быстро! Да. Так, давай чистим картошку, мы начнем разборку! Сядь, я сказал! Сейчас еще. Да куда я вам еще картошку чистить? Сами чистите, ханым. У нас тут нету папы, мам! Поем, убирай посуду сам. А ну, уходите! Уходите, во что я вляпалась благодаря вам, Геннадий. Вы ведь негодяй, вы ведь... Разве композиторы такие? Вы ведь мерзавец, вы... Скотина ты, Геннадий, понял? Все рыдают. Ё-моё. Ну, Ванька... Вот это чего? Ну, тише, тише. Вот если тебе так не терпится почистить это, я тебе сейчас помогу. Чего ты села? Чего тебе надо? Господи. Только не надо мне тут играть, покинутую и соблазненную. Ты с кем? С кем вы, работники столовой, на жаль топора, с ним или со мной? Да ты чё, Борька, мы же с тобой не ржавейка. А с ним так, да ты разлипуха вроде как, я пришла, а потом не дай, а ты. Господи, Господи, какой я несчастный. Ну что случилось с тобой? Ну вроде все нормально. Ну, Господи, какой я несчастный, мне 45 лет, а у меня нет моей кровати. А ты давай живи-ка у меня. Уже год как в театре, а все в гостинице. Господи, какой я несчастный. А я тебе даже прописать ведь хотела, Боренька. У меня это только ведь в детстве была моя кровать. На ней был еще слоник нарисован, и все. И мотался из города в город, живу в гостиницах, сплю на развратных постелях. Давай-ка это... Завхоз еду оставляй, пойдем-ка поешь. Господи, за что, за что?
А ты, я смотрю, и правда тут не раз бывала, да? Про завхоза все знаешь, сама мне парила мозги, а сама... Она все знает, и она ныряла в этот садик, как... Ныряла, ныряла, я ведь призналась, а ты... Подойди это, конечно. Ну... Господи, какой я несчастный, 45 лет, а у меня нет кровати. Да какая кровать, ты что ты мелешь? А? Господи... Господи, какой я несчастный. Но есть у тебя кровать. И неразвратная. У меня дома. Чё-то... Боль. Господи. У нас же с тобой нержавейка. Мне 45 лет. А чё, мне надо было ждать, да, 45 лет? Пока мужик нагуляется, ждать, как все бабы. Я ж чё придумал, вольница какая. Придёт, отколотит, оттрахает, спать ляжет и всё. Мир, покой. Ты, значит, к ней пошел, а я что, налево не сходи? Ты же понимаешь, у меня финиш скоро. Я же должна все от жизни взять, все прелести. Чего, мне ждать надо было? Да, ждать, пока нагуляется, господи. Господи, у меня нет моей кровати. Да есть у тебя кровать. Да нет у меня кровати, понимаешь, это весь диван раскладной, на котором мы спим вместе. Если мне надо куда-то вставать, то приходится через тебя перелезать. Ну и что? А то, что у меня нет кровати, понимаешь? Господи. Моей кровати, понимаешь, где можно раскинуть руки, понимаешь? Руки и ноги, понимаешь, и крылья. Ну, понимаешь, а крылья. А гостиница-то что? Это не кровать, это топчан, это гостиница. Так все третируют меня, главное. Все, блин, уходить надо. Пойдем, Григорьевич, а? Пойдем домой. А то вдруг проверка, дома разберемся. Я котлетки паровые приготовила. Я думала, ты на спектакле чего. И, ну, поверили. Часики не работают, не тика. Вот. Ну, пойдем, ангел ты мой. Я тебе не ангел, Господи. Я тебе не ангел, тебе вон где на полороке ангел. Даже Дикаприо Калачинского разлива. Ты гуляешь от меня с молодыми завнузами, с катаулинами разными. Да прости ты меня, Господи! Я ж думала, Новый год, новая жизнь. Ты понимаешь, я так всем хочу нравиться. А ты думаешь, он мне нужен, что ли? Да пошел он в спин дырявый. Не последнее время какие-то старые, страшные дядьки вдруг говорят, что мы ровесники, понимаешь? Старые, страшные, лысые дядьки вдруг стали мне одногодками. Я такой, да? Я прикатил только улин, да? Ты, Маринка, только не играй. Не смех, я не играю. Я не играю. Послушай, я привык все сосчитать, понимаешь? Ну вот сосчитать все, понимаешь, сколько зарплаты, сколько на еду, сколько на тряпки, сколько туда, сколько сюда, понимаешь? Посчитать. Ну сколько мне будет, если заплатят там и там, и отдадут долги там и там, и что я могу купить? Так вот, послушай, я посчитал маленькие цифры, послушай, мне 45, так. Еще 15 и будет 60, понимаешь? 60, мне осталось жить меньше половины, я и не жил совсем, понимаешь? Если все предыдущее отсчитать как секунда, то мне осталось жить, понимаешь? Половина мгновения, пуля уже отлета, понимаешь, все, половина мгновения, я умру, понимаешь, а я лежу не на своей кровати, лежу, покуриваю. Да хватит тебе, Боря! Так, надо что-то делать, так, приговор, так делать. Так, что я хочу делать, зачем, я хочу, вот как ты, где ты, Морозов? Господи, что же делать, надо что-то больше, что-то больше. Что я хочу делать, так? Для кого? Зачем? Господи, я всю жизнь клоунчил, изображал кого-то, Господи. Зачем я пошел в актеры? Я же хотел быть проводником, понимаете? Я люблю дорогу. Убрался, вымыл вагон. Сел, смотришь в окно, а там бежит всякое. Деревни, люди. Или закрыл всех на остановке, вышел и гуляешь по мокрой траве. Утро, цветы в горах. Господи, зачем все это? Зачем все было? Зачем вся жизнь? Господи. Я в молодости был в группе ликования. Ты знаешь, что такое группа ликования? Ты завмуз, барахло молодое. Я работал в стадиатрах. Объездил 100 городов и везде. Я был золотой голос. Везде я был в группе ликования. У меня теперь нет праздников, понимаете? Нету. А раньше были.
У меня раньше был 1 мая. Новый год, 7 ноября, понимаете? Там наверху, на самом верху в комнате над горсоветом стояли микрофоны, и я оттуда призывы кричал на демонстрациях. А внизу была толпа, я над ними парил, толпа шла и кричала, и рычала. А я кричал, кричал.